Маленькой Анапчанке нужна срочная помощь. У 7-месячной Маши Алайгаджиевой тяжелое генетическое заболевание – остеопетроз или, как его еще называют, мраморная болезнь. При недуге кости уплотняются и передавливают нервы, что приводит к полной слепоте, глухоте и параличу. Прогнозы самые неблагоприятные. Единственное, что может спасти Машу – это пересадка костного мозга. Девочки готовы оказать помощь в одной из израильских клиник, но сумма лечения для родителей неподъемна. Необходимо собрать почти 13 миллионов рублей. И большая часть уже собрана, осталось менее 2 миллионов. Однако времени крайне мало. Счет должен быть закрыт до 20 сентября, то есть неделя на то, чтобы спасти ребенка. У маленькой Маши сложная агрессивная форма остеопетроза. На фоне заболевания она уже потеряла зрение, развился гидроцефальный синдром. Сейчас девочка вместе с мамой находится в детской краевой больнице. Маша после операции на головной мозг. Ей удалили шунт, так как он инфицировался. Теперь у нас поставили нам дренаж. Мы вот лежим сейчас. Маша в тяжеловатом состоянии. Все, что будет утеряно до операции, восстановить уже нельзя. Однако благодаря ей у Маши появится шанс выжить и в остальном развиваться как обычный ребенок. Самое главное – получить эту заветную путевку в жизнь. Чем раньше мы сделаем пересадку, тем лучше у нас прогноз, хорошие прогнозы. Все зависит от нее, как она все перенесет. Если все перенесет хорошо, если перенесет пересадку нормально, все будет у нас хорошо. Маша будет расти, развиваться, как обычные дети. Но, естественно, уже зрение не вернуть. Сбор средств для Маши Алайгаджиевой ведет благотворительный фонд «Артемка». Помогают и неравнодушные анапчане. Волонтеры распространяют информацию в соцсетях, проводят ярмарки и специальные акции, переводя собранные средства на счет фонда. Когда болеет ребенок, это очень тяжело. Когда ребенок умирает, это страшно. Дети просто не должны умирать. Поэтому каждый из нас должен, просто именно должен найти в себе силы, найти время, найти возможности. Не у всех есть финансовые, но не обязательно финансовые. Есть другие, много других возможностей помочь таким детям. Прийти в группу, поддержать вот, в социальных сетях, прийти на мероприятие, помочь, поддержать. В любом случае, у каждого есть возможность, и каждый взрослый человек должен помогать таким детям. Завтра, 13 сентября, волонтеры проведут новую акцию. В 19 часов с центрального пляжа запустят небесные фонарики. Все деньги, собранные с их продажи, переведут в благотворительный фонд. Сбор у памятника «Белая шляпа». Помочь Машеньке можно и отправив СМС на короткие номера 3116 или 3443 с текстом «Артемка», пробел и сумма, которую вы готовы пожертвовать. Другие способы перевода средств можно посмотреть на сайте благотворительного фонда «Артемка». И сделать это необходимо как можно скорее. На спасение жизни Машеньки осталась одна неделя.